Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Get Even, в которой больше вопросов, чем ответов. Что мне здесь нужно сделать, а? Давайте-ка так посмотрим. Ну, здесь тупик. Ничего не включается, нигде не помечается. Есть фотокарточка на стене, в которую я могу телепортироваться. Ну, давайте попробуем, наверное. Что нам это даст? Не знаю, мы только здесь появились, и я обратно что-то не вижу в этом логики. Ага, мы появились, скажем так, в нашем штабе, где мы собираем улики, информацию. Ладно, пойдем тогда с вами посмотрим, что у нас здесь есть. Мистер Блэк, я рад, что вы серьезно относитесь к нашему расследованию. Отличная работа. Ну и... что далее? Это все фотографии, все данные, рисунки, которые я насобирал за игру. Ага, тут еще вот видите проценты. 20% выполнено. Что мне здесь нужно найти? Так, здесь вообще ничего нету. 72%. Ну да. Ничего тоже хорошего я здесь не вижу. Я думаю, может быть, где-то фотография тут находится, в которую можно телепортироваться. Так, это что у нас? Ага, помню. Место преступления. Здесь мы были. Как раз мы опознавали Джаспера. Так, 64% выполнено, но ничего пока я здесь не вижу. Карта. По сканеру ничего не показывает. Да какого фига-то, а? Бля, не выключается. Так, у меня написано, если вы заблудились, откройте карту. Возможно, я тоже схожу с ума, я потерял сознание и увидел очень странный сон. Эта штука помогает мне вспомнить, лечение, похоже, работает. Джаспер Прада был там, я пытался до него добраться. Короче, мой смартфон запоминает все данные, которые уже были ранее. Но мне-то от этого не легче. Мне нужно дальше продвигаться. В общем, бесполезные стенды. Ну-ка, давайте карту глянем. Девушку могли держать здесь. Понятно. А вот и сама девушка. Так, здесь у нас что? Ну, это мы тоже видели, это начало игры, грубо скажем. Все данные как раз в этой, в больничке или... где мы там были? Так, сколько тут? 27% выполнено. Очень мало всяких бумаг у нас. Но, возможно, в дальнейшем эта коллекция у нас пополнится. Кстати, блин, да, вот я нажал сейчас на карту на своем смартфоне, почему-то ничего не отображается, куда идти. Вообще пустота. Ладно, может быть, давайте обратно тогда. Что тут у нас на столе? Ага, тоже какая-то фотография. Ну что ж, давайте тогда в нее нырнем. Куда мы сейчас полетим-то? Так мы здесь и были, елки-палки. Что на стене, что, блин, на столе одна и та же фотка получается. Так, ну здесь у нас тупик. Хотя, смотрите, по карте показано, что мне надо идти туда, прямо. Давайте-ка сканер, наверное, возьмем. Тепловизор, нифига.
Вот так вот. Опа, что-то отмечается. Ну-ка, давайте-ка. Да что такое? Вот. Ё-моё. Подожди, а какая кнопка у нас? Какая кнопка у нас активировать сканер? Я что-то не понял. Раньше вроде просто нажимаешь и все, а сейчас он стреляет. Ну? Блин, не могу найти. Какая кнопка-то? Так, ладно, давайте попробуем тогда вот так сделать. Ага, все, все отлично, ребят. Опознаны отпечатки пальцев Роуз Эткинс и Джаспера Прада. Так, и что далее? Я знал, что они пришлют своего инсайдера, но не думал, что это будет такое, такая красотка. Как дела, детка? Я Джаспер, и я очень рад видеть тебя. Не утруждайте себя лестью, мистер Прада. Я знаю, кто вы. Наш заказчик ввел меня в курс дела. Ввел, значит, везет кому-то. Простите. Да так, ничего, я понял. Вы все из себя профи. Я так полагаю, вы хотите увидеть место, расставить точки над «и» и все такое? Да, мистер Прада, будьте любезны, покажите. Ага. Их первая встреча. Неплохое начало. Соберите как можно больше информации, мистер Блэк. Будьте внимательны. Ясно. Ну что ж, пойдемте дальше собирать улики. Так, давайте вот так вот сделаем. Ой-ё! Тихо, тихо, тихо. Это что такое? Никак не думал я вот так, что здесь кто-то будет находиться. Шикарно. Одного нету. О! Да ё-моё, блин, что тут происходит? Ну что, надо его гасить, ребята. Где он тут ныкается у нас? Щегол. Так, пока не вижу. Ага, все, засек. Давайте-ка с этой стороны. Давай, вылази, хмырь. Ха-ха, черепушка торчит. Ну-ка. Вот так вот. Мимо, блин. Что ты тут ныкаешься, а? Да хорош уже. Двигаемся далее. Опа, еще кто-то есть, я засек. Не ори. Слушайте, я думал, что я здесь буду просто улики собирать, а здесь еще надо будет ликвидировать бойцов. Непонятно откуда взявшихся и кто они вообще такие. Спрятался. Неудачно ты место выбрал, браток. Вот так вот. Все, надеюсь, на этом? Ну, вроде бы когда. Так, тут у нас что такое? Давайте перевод мне. Входная дверь, комната Грейс, гостиная, лестница. Мы войдем с тыла, окно. Мы уйдем тем же путем. Так, это у них какой-то план здесь. А за это что у нас? Дом Рэмзи, второй этаж. Спальня Рэмзи, лестница. Ага. Доктор Рэмзи, значит, у нас здесь, да? Так, это что за фото? А, ну да, дом Рэмзи. Значит, мы в данный момент находимся именно здесь. Или нифига. Или это какой-то склад? Ну да, скорее всего, склад, потому что какой-то нафиг дом Рэмзи. Ладно, все узнаем потом. Давайте собирать улики. Так, щиток, мне не нравится. Надеюсь, не будет здесь очередного отключения электричества, чтобы потом бежать опять включать. Так, сохранение. Неспроста, наверное. Вижу фото, куда можно нырнуть. Но мы не будем этого делать. Дверь-то открывается хоть? Открывается. Да что ты... Блять, со своим кривым пистолетом. Давай, хорош.
Так, ну здесь у нас просто комната. Вот, вот так вот лучше будет. Любопытно, вы сейчас находитесь в той точке, откуда был выполнен удаленный доступ к серверам ФГД. Рядом с вами должен быть терминал, возможно, там есть нужные нам сведения. Так, это что у нас тут такое? Проверить соединение серверов сделано. Проверить доступ к камерам наблюдения сделано. Можем ли мы отрубить камеры в любой момент? Ага, можем. Убить Джаспера за то, что он сломал карту пропуск. С радостью. Сломал карту пропуск, да? Ага, а вот у нас и компьютер. Доступ запрещен. Пропуск должен быть где-то здесь. А где у нас тут пропуск? А? Так, телефон. Ой, да. Обезвредить? Полагаю, чем меньше я знаю про это, тем лучше. Главное, чтобы это ни на что не повлияло. Надеюсь, я смогу на вас положиться, Аткинс. Все, да? А, черт, что-то еще хотел там сказать он. Ну-ка. Так, это мы читали. Это понятно. Далее, ждем. Да, похоже, все именно так. Держите меня в курсе и сообщите, как только она прибудет на место. Ага, вот теперь все. Слушайте, тут какая-то спецоперация, я так понимаю, готовилась. Не зря у них тут лежат всякие планы. Сервер они подключили, да, чтобы обезвредить камеры. В общем, хотят куда-то напасть. Ладно, давайте мы продолжим с вами путь. Это точно, ребята, это какой-то детектив шутерный. Опа-на, стоит тут. А, их тут двое, блин. Отлично. Еще что ли там кто-то бегает? Ага, давай, давай. Блэк, вы должны изучать свои воспоминания, а не создавать новые. Вот ты меня поражаешь, а? По-твоему, я должен здесь ходить без оружия, чтобы меня убили? Как-нибудь не так. Опа-на. Новый винторез какой-то. Это что у нас тут? Доктор. Неужели он и правда может забраться в ваш мозг, доктор память? Слушайте, а у меня что, винтовки больше нет, только это? Меня так, честно говоря, что-то не устраивает. Дайте-ка я, наверное, подниму вот этот вот. Отлично, так оно будет лучше. Ага, еще какие-то вижу я документы. Я рада, что пугаю тебя до дрожи, Джаспер, но если ты еще раз напишешь кому-то что-то личное про меня, я засуну раскаленную кочергу тебе в жопу и не трожь мой компьютер. Пи. Интересно. Ладно, у нас основная сейчас цель найти здесь улики. И надо будет еще нам взломать сервер. Для этого нужна будет карточка. Так, у нас на столе что? Опять какая-то записка. Ну-ка. Собственность Роуз все еще ждет храбреца, который смелится принести ее хозяйке. Бред какой-то. Так, а тут закрыто у нас. Кто там все плачет или кашляет? Дайте-ка я... А, тут еще что-то сообщение какое-то. Я уже держу палец над кнопкой «Отправить», чтобы весь мир узнал о твоих делах на стороне. Этого хватит, чтобы надолго тебя засадить. Не испытывай меня. Ага, понятно. Понятно, что ни хрена не понятно, кто держит кнопку на пульте. Кого там испытывают? Опа-на, тут что такое? Не понял, ящик, что ли, растворился очередной?
Вечно шоркаемся на каких-то складах. На какой-то ерунде. По-моему, мы сюда пришли, так? Ну ладно, куда еще можно сходить? Все, только вниз. А здесь мы были? Я что-то уже и не помню. Так, опять какие-то планы, да, значит? Кладовая, комната подготовки. Понятно, короче. А, мы вроде здесь были. Вот, серверная, компьютер, который я не могу взломать. Доступ воспрещен, да? И все. И больше здесь ничего нету. Хорошо, давайте дальше продвигаться. Это куда меня сейчас отправят? Неужели обратно на этот? В комнату улик. Блин, точно. Хорошо, давайте подойдем к стенду. Все, что я насобирал, отметиться должно пойти. А, вот. Есть контакт. Ну что же, уже что-то. Так, 53%. Для нас здесь пока ничего интересного. Ладно, летим обратно. И начинаем искать. Чё ищем, сам не знаю. Опа-на. Следы. Так, ну следы идут к компьютеру, а мы его все равно не можем взломать. Так, давайте тогда пойдем, наверное, с вами по этим же следам, только в обратную сторону. Куда они приведут нас? Так, вниз. На самое начало, что ли, ведут? Получается так. И все, здесь они пропали. Слушайте, я, по-моему, уже все здесь обошел, да? А, нет, подождите-ка, вот здесь не был, кажись. Нет, это отсюда я начинал. А вот здесь, по-моему, не был. Что такое здесь? Так, опять у нас кодовый замок. Пароля у меня нет, соответственно, я туда не пройду. Ясно. Кролик. Подскажи мне, пожалуйста, пароль. Тут ничего отсканировать нельзя, к сожалению. Погоди-ка, что? Блин, опять ящик. Вот зачем вот это делать, я не понимаю. Просто появляется и так же его удаляешь. Ладно бы он что-то полезное давал. Черт, вроде бы помещение-то небольшое, я уже запутался. Так, понятно, здесь у нас компьютер. По сканеру все чисто. Ага, вот здесь мы не были.
Карта. Две машины, 7-8 человек, 40 минут работы на месте. Первая машина будет ровно в 9 и припаркуется в 50-100 метрах от дома R. Вторая машина будет в 21:30. Водитель ждет. Трое вооруженных ребят входят в дом, берут груз, кладут его на заднее сиденье. У ребят из второй машины будет примерно 6-8 минут, чтобы забрать груз и свалить нахер оттуда. Я серьезно, действуйте быстро, напористо, но чтобы никакого шума. Ребята из первой машины должны все подготовить до прибытия второй. Отключить камеру наблюдения во всем районе, разобраться с камерами на крыше дома, перехватить управление светофором на соседней перекрестке. Обе машины прибудут в точке сбора по разным путям. Встреча в точке сбора. Ага. То бишь, это уже конкретный план у них. Все по минутам расписано. Черт, не туда нажал. Так, чтобы получить доступ к компьютеру, просканируйте обе половинки карты пропуска Роуз. Найдена ДНК Роуз Эткинс. Да успокойтесь вы уже, а, господи. Что? Я спокойна, я абсолютно спокойна. Вы все на нервах, я это нутром чую. Иначе бы я здесь вряд ли бы пригодился. У вас нервы так натянуты, что ими хоть хлеб режь. Что за чушь вы несете? Да ну вас, и вообще, вы с чего-то так волнуетесь? У меня есть свой интерес, вот и все. Вам что-то пообещали? Это не вашего ума дело. Ага, понятно, был диалог. Опять бумажки, елки-палки, все в этих бумажках. Мозг всей операции по взятию выкупа и возвращению девушки. Встречает Эру его машиной и отводит его к месту обмена. Правая рука Диджи, левая рука Диджи присматривает за девушкой, его роль пока не определена. М следит за тем, чтобы все прошло гладко. Ё-моё, ребят, короче, они хотят похитить девчонку. Так, передать наши требования Рэмзи, назначить встречу с Рэмзи на 8-9 утра. Диджей и И берут у него данные и ведут Рэмзи под землю. Ты ждет с девушкой, потом наблюдает за ходом обмена. После обмена ведет Рэмзи и девушку назад к машине. Заметают следы. Ага, хотят похитить бабу и за нее выкуп получить. Первая машина Т, водитель первой машины М и Т, специалист главный взломщик Р, правая рука М, специалист по проводам, постарайся не заснуть, на сей раз ступиться, К, его роль пока не определена, Диджи, мозг всей операции, главный по взятию груза, А, водитель второй машины С, правая рука Диджей и левая рука Диджей. К чему это все? Зачем мне вот эти вот, блин, как сказать, данные все? Кто там водитель, кто специалист? Мне нужно собирать улики, а не вот эту дребудень. Проектор не фурычит. Значит, нам опять надо куда-то идти. Интересно. Опа, тихо. Это что такое? Это наш или нет? А ну-ка. Извини, братиша. И опять данные. Ё-моё, блин. Кто это такая? Ленора Рэмзи. Ага, это жена Рэмзи, значит, понятно. Так, здесь что такое? Что за квитанции? 8.16 работает в ФДГ, но в последнее время почти не работает. Возвращается домой, сидит за компьютером, читает и прочее. Обычно это как-то связано с его работой. Переписывается или болтает с Роуз. Жене говорит, что это по работе. Короче, здесь у них по времени все расписано. А вот и девочка. Это дочка, я так понимаю. Грейс Рэмзи, так и есть. Кстати, вот Грейс Рэмзи-то я в начале игры и должен был спасти. Но почему-то у меня это не получилось. Так, занятия в школе, академия Саннерфельд. Возвращение из школы. Обычно это поход по магазинам и встречи с друзьями. Сидит дома и страдает ерундой. Смотрит телек, болтает по телефону, читает, пялится в компьютер и тому подобное. Это про девчонку данные сейчас в данный момент были. Здесь что такое? Так, у меня сегодня много работы. Вернусь в 10, может позже. Ленора, конечно, поступай как знаешь. Ленора, зачем ты так? Как так, Роберт? Делай что хочешь. Ты же знаешь, насколько это важная работа.
Ужин в холодильнике, до встречи. Что за хрень? Ее зовут Ленора. Она же не старая бабка. Что это за имя такое, Ленора? Твоя жена, придурок. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, ребята, ничего здесь нет, даже ручки. Значит, выйти не смогу. Так, фотоаппарат не действует. Пивко нам не нужно, сигареты тем более. Ну что же, тогда надо валить отсюда. Мне нужен пропуск. Вот где его найти, только этого я уже не знаю. Мы находим с вами пропуск, его сканируем. Потом, я так понимаю, подключаемся к компьютеру, получаем оттуда данные и сваливаем отсюда. Вот, в принципе, и весь расклад. Так, тут-то что? Что еще тут забрынькало? Действительно, в этой игре, блин, загадок больше, чем ответов. Детектив хренов. Так, тут-то что такое? Мы вроде читали это все. Подожди, а вот это вот Роз Эткинс. А ну-ка, дайте-ка я попробую. Опа-на. Ну вот она, половинка первая. Фрагмент пропуска. Опознаны отпечатки пальцев Роуз Эткинс. Я выбрал лучших людей для этой работы. Они все провернут быстро и доложат нам о выполнении. Когда она будет у нас, останется только сидеть и ждать, пока не придет отец. Боюсь, все будет немного сложнее. Он параноик. Там повсюду камеры и сигнализация. Слушайте, милочка, это похищение, а не операция на мозге. Я столько раз это делал, что, если честно, уже со счета сбился. Так что не забивайте свою красивую головку. Главное, чтобы ваша инфа была реальной. Сечете? Поверьте, мистер Прадо, у меня реальная инфа. Мне больше волнует, что с ней вы собираетесь делать. Так, отлично. Уже ищу какую-то информацию, получили. А кто такая Эткинс вот эта? Я что-то не врубился. Ее вроде бы не фигурировало ранее. Так, что тут у нас? Опять очередной ящик бесполезный. Так, нужно найти мне вторую часть пропуска. Давайте, ребята, по-быренькому сейчас найдем. Так, здесь мы шарились, да. Это у нас книга «Доктор Память». Она нам не нужна. Так, ну это мы читали. Ничего нового не появилось. Слушайте, а я вроде бы где-то видел же эту вторую половинку карточки. Она же разрезана, я так понимаю, да? Точно, просто я тогда ее как-то проигнорировал. По-моему, где-то здесь, нет? Или где проектор у нас? Давайте-ка глянем по-быренькому. Ну, я ее точно видел. А, вот здесь, по-моему, где-то. Черт, мне не хватает каких-то данных. Ага, вот она, ребят. Давайте сканировать. Пропуск составлен. Доступна учетная запись Роуз Эткинс. Так, значит, мы свяжемся с Рэмзи, скажем, гони свою приблуду для памяти или девки хана, и все. А если он скажет нет? Не скажет. Вы же говорили, ему пофиг на семью. Что, если он просто не скажет? Ага, значит, они хотят даже не бабки, а новую разработку памяти. Так, попробуем это. Доступ разрешен. Ну, наконец-то. Ха, пропуск сработал. И... далее это чё?
О, мама говорила, что ей нельзя доверять. Как ты мог ей довериться? Ты вовсе не жертва, ты все это начал. Опа-на, это мы где? Где-то в доме. А, мы уже в доме, ребята. Так, поехали. Тут пока ничего нету. Привет, Ханна, это Грейс. Я дома всего пару дней. Так что давай где-нибудь встретимся. И не забудь глянуть ссылки, которые я тебе кинула. Тебе понравится. В общем, перезвони, пока. Угу. Девчонка, значит, сейчас дома находится. Ну, по крайней мере, по тем воспоминаниям, где мы сейчас находимся, она дома. Куда идти-то? А, сюда, наверное. Мама, это ты? Пап, стой, ты кто? Что такое? Что случилось? Музыка обострилась, мне это не нравится. Ха, выйти не могу. А, часы. А, ребята, там же все по времени было, да? 8 часов у них, по-моему, операция. Так. Какого черта ты делаешь? Нет, нет, не трогай меня. А, вот они уже прибыли, короче, на место. Похищает девчонку. Ё-моё, упал, блин. Убери от меня свои сраные руки. Помогите, помогите. А, вот это местечко мне уже знакомо. Помните взрыв, где был? Вот именно в это время и произошел взрыв. Но я так понял, этого не должно было быть. Или все-таки должно? Где ты был? Что стряслось? Ты в порядке? Где Грейс? Где ты был? Ты же знаешь, на работе. Где Грейс? На работе тебя не было. Я туда звонил. Я звонил тебе на мобильный. Я даже Роуз звонила. Никто не подошел. Ленора, где она? Где Грейс? Ленора! Роберт, она пропала! Она пропала! Я найду ее, где бы она ни была, обещаю. Это ведь твоих дело рук. Что? Да как ты можешь такое говорить? Это все твои одержимости, Роберт. Работа, твои технологии, Роуз. Вот до чего они нас довели. Роуз, Ленора, я не... Не надо, лучше молчи. Так. Алло? Прости, что звоню тебе домой. Роб, ты не заберешь мобильник? Я не могу сейчас говорить, поговорим позже. У тебя все хорошо? Она пропала. Кто пропал? Ленора? Мне пора. Опа. Фото. Это куда нас сейчас опять отправят? Ну и чё? Уснули там все, что ли? А, не. Теперь я понял. Та девушка Грейс, та самая, которая взорвалась, девушка с бомбой, это была Грейс Рэмзи.
The girl with the bomb was Grace Ramsey. Yes. Да, мистер Блэк, девушку, которую вы не спасли. И вы это знали? Вы протащили меня через все, чтобы я узнал то, что вы просто могли мне сказать? Или это не входило в мое гребаное лечение? Так. Уже хоть что-то началось проясняться, елки-палки, блин. Нет, мистер Блэк, я не мог вам сказать. Я хотел, чтобы вы вспомнили. Я хотел, чтобы вы поняли, кем она была. Я хотел, чтобы вы произнесли ее имя. Простите. Что-то, мистер Блэк? За Грейс. Ее украли, похитили, держали, чтобы обменять на устройство памяти Рэмзи. Ваше устройство. Ведь вы это он. Вы Роберт Рэмзи. Да, я Роберт Рэмзи. А Грейс, мою Грейс, похитили ради выкупа, про который я так и не узнал. У меня нет слов, Роберт. Мне очень и очень... Поберегите свою жалость и переживания. Мне они не нужны. Мне лишь нужно узнать, на кого работал Роуз и Джаспер. Кто был заказчиком, мистер Блэк? Я не знаю, но разве это не ясно? Могу предположить. Это все домыслы. Мы имеем дело с фактами, мистер Блэк. С вескими доказательствами, с эмпирическими данными. У меня есть подозрения, да. Но мы зашли слишком далеко, чтобы увлекаться домыслом. Мы должны продолжить ваше лечение. Лечение? Ведь на самом деле нет никакого лечения, да? Я здесь не по своей воле, так ведь? Ваша память повреждена, но интуиция вас не подводит. Нет, мистер Блэк, это не больница, это тюрьма. И если вы откажетесь помогать, то узнаете, каким суровым надзирателем я могу быть. Я ваш замок и ключ от замка. Я могу стать вашим врагом или вашим спасителем. Но ответы я все равно узнаю, так что вперед! Ну что же, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. Будем дальше разгадывать этот клубок непонятностей. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых встреч.